Привет всем, это канал Кинопписьма, ставьте лайк, поехали. Бывший бойфренд российской певицы Ольги Бузовой Давид Манукян, более известный как Дава, лег под нож хирурга. Как удалось выяснить фанатам звезды, молодой человек решил скорректировать свою фигуру и провести липосакцию. Музыкант заверил, что оказался на больничной койке исключительно по собственной воле. По всей видимости, поклонники звезды напрасно волновались из-за состояния его здоровья. Несколько раз Манукян заявлял, что недоволен собственной фигурой. Как утверждает одна из пациенток больницы, Дава сделала липосакцию спины, подбородка и живота, а также лифтинг нижней части живота. В настоящее время он лежит в больнице и восстанавливается после операции. Его посещают близкие, родственники, друзья и какая-то девушка. Если вам нравится творчество Давида Манукяна, то ставьте лайк этому видео, чтобы быть в курсе новостей, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик.